Полиция Таиланда в понедельник обнаружила и обезвредила в Бангкоке мощное взрывное устройство. Оно было заложено в одной из пристроек на оживленной 81-й улице района Сукхумвит. Сообщение об этом появилось через неделю после теракта около святилища Эраван. Полиции пока не удалось найти главного подозреваемого, заснятого камерой видеонаблюдения. Не исключено, что ему удалось покинуть страну. Сделать это было нетрудно. Глава национальной полиции Таиланда объясняет это так. Современными технологиями, которые используются в других странах и включают в себя систему биометрических данных, а именно отпечатки пальцев, сканирование лица и радужной оболочки глаза, Таиланд не располагает. Неделю назад мощный взрыв прогремел в районе перекрестка Ратчапрасонг у святилища Эраван. Он унес жизни 20 человек. Жители Бангкока приходят сюда и возносят молитвы за погибших.